Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я мама вот этого замечательного ребенка. Ты мама. У нас заболевание. То есть родились мы глубоко недоношенные, очень долго лежали на искусственной вентиляции легких, двусторонняя пневмония, куча антибиотиков. Ну, то есть отсюда последствия задержки. То есть ребенок выжил, но у нас пошли задержки, отставание в развитии. Обращались, то есть мы наблюдаемся в больнице с рождения, у невролога, лечимся, соответственно, до года мы ложились каждые полтора месяца на лечение. Результаты были, конечно. Но сейчас вот нам 5 лет уже будет, и мы не разговариваем. Практически, ну, практически вообще не разговариваем. Испробовали все. Вот случайно в интернете, когда я искала всевозможные лечение, чем еще можно помочь ребенку, наткнулась вот на клинику Бэйр Давид. Узнала о замечательном человеке. Его зовут Давид, у которого мы сейчас и проходим, как можно сказать, курс лечения. Мы не находимся в Израиле, мы живем в Саратове. Общаемся мы с ним по скайпу, и идет наше лечение. Что могу сказать? У нас был сегодня второй сеанс. После первого сеанса ребенок, конечно, не заговорил, но он стал говорить по-своему, непонятно как-то, на своем языке, но он ведет диалог, то есть он мне рассказывает. У него очень длинная история, он постоянно мне что-то рассказывает. Когда мы после сеанса на следующий день ехали в маршрутке, то есть все 30 минут, пока мы ехали, у ребенка не закрывался рот. Все находящиеся в маршрутке были очень